В Ереване проходит акция протеста. Тысячи людей в эти минуты находятся на проспекте Баграмяна, где расположены президентский дворец, парламент и конституционный суд. Основное требование собравшихся – отменить недавнее решение властей повысить тарифы на электроэнергию. Предложение президента Сержа Саргсяна принять представителей и митингующих. Участники акции отвергли. Улица перекрыта внутренними войсками. Полиция заявила, что, согласно закону, имеет право разогнать митинг. Акции против повышения тарифов ЖКХ под лозунгом «Нет грабежу» идут в столице Армении уже несколько дней. До этого активисты проводили сидячую забастовку на Оперной площади.